Ох, эм, Уру, Уру, где ты? Я здесь. Уру, ты же знаешь, что нельзя так убегать и с кем ты разговаривала. Ага, здесь было львенок одиночка и отвинулась на секунду, а теперь его нет. Он, наверное, убежал. Нам стоит вернуться домой. Нужно рассказать об этом твоему папе. Хорошо. Не понимай, короля Махату. Она была такой доброй. Я даже не хочу знать, почему кто-то убил ее таким образом. Это просто несправедливо. Мне очень жаль. Я пришлю несколько львов, чтобы помочь с похоронами. Мы очень стараемся поймать убийцу. Я знаю, охоту. но послушайте. Так не может продолжаться. Ее семья убита горем. Они не должны проходить через это и вас предупреждаю, если мы вскоре не поймаете преступника, который угрожает моей стои, то мы покинем земли Прайда. Уверена, мы будем не одни. Ох, мам, что мне делать? Без твоей поддержки я ничего не могу сделать. Как мне спасти наши земли? Я так без помощи. М. Приветствую, король Махату. У меня эм, плохие новости. Клан Суриката покидает земли Прайда. Они сказали, что уже многих потеряли и не могут больше рисковать. Не жаль. Ах, это не твоя вина, Эппахати. Я знала, что кто-то скоро уйдет. Я их подвел. Нам поможет. Лишь чудо. И почему он был совсем один? Может, у него какая то беда? И вообще он странный? Я думала, что у каждого есть и мама и... Ака, ты меня слушаешь? Я тут важные проблемы решаю. Прости, Уру, я отвлекся. Продолжай, прошу. Ах, привет, ребята, как у вас дела? Приветик, Нили. Э, чудесная погодка, верно? Ах, да, прекрасно. Небо такое голубое. Папа! Хе, здравствуй, Уру. Как прошел твой день, малышка? Хорошо. Я встретила Львенка одиночку, пока мы с Ако гуляли и... Погоди, что? Львенка? Совсем одного? О да, он был примерно моего возраста. Он правда убежал, а кое его так и не увидел. Здорово, правда, папочка? Ако, отведи меня туда, где вы видели этого львенка одиночку. Нили, прошу, веди Уру домой. Серьезно, опять игнорируете? Да, Махата. Ну же, Уру, пойдем, поиграем в прятки. Я не знал, что мне делать. Когда я увидел того большого льва, я постарался убежать. Прости, мамочка. Но опять придется уйти. Это не твоя вина, Ахади. Ну, да, нам пора идти. Нам придется искать и другое пристанище. Махату, я нашел одиночек, но я не думаю, что они опасны. Там был львенок, которого увидела Уру и его мать. Было еще запах эти льва, но они точно не стоят за всеми убийствами. Львенок возраст Уру, а его мать кожа до кости. Хорошая работа, Акоа. Мы можем лишь попытаться с ней поговорить, хоть и есть вероятность, что она нападет. Нужно попытаться. Вот он. Так я покажу папе, что я вовсе не малышка и найду одиночек. Я тоже могу помочь. Здрасте. Меня зовут Ора, я принцесса этих земель. И э, кто вы? Мама, об этой львенке я тебе говорил тебя за меня, скорей. Посиди тут, не шуми, никуда не уходи. Не смотри ни на что. Мам, мне страшно. Успокойся, это всего лишь я. Прекрати так подкрадываться. Ох, ты, правда, очень напуган. Как тебя зовут? Ахади. Почему ты так всего боишься, Ахади? Я, я не хочу об этом говорить. Ладно. И как долго вы путешествуете? С вами только сын и муж? Эй, это же мой папа. Ой, ё. Предупрежу вас. У, вас тут происх... У нас тут происходит кое-какие случаи. Я соберу прайд, чтобы обсудить ваше вступление в прайд. Пойду-ка я пока. Он у меня не засек. Еще увидимся, ходи. После встречи Иванком одиночкой, Ура поспешила вернуться к Ниле, она определенно перепугалась, увидев, что принцессы нет рядом. Ведь она думала, что они играют в прятки. Она тут же отвела Уру домой. Малышка особо не возражала. Она стала ждать возвращения отца. И хотелось послушать сегодняшнюю консилиум. Ночью она подслушала совещание Прайда, который думал, что она спит. Мы же знаем, стоят ли они за этими нападениями. Нельзя же просто взять и прогнать семью. Согласна. Да и к тому же эти убийства нагоняют страху. Сомневайся, что они стоят за этим безобразием. Она права. Да и в прошлом одиночки доставляли нам хлопот, но земли Прайда были найдены ими же. Они и мы равны в круге жизни. Наши матери и тетки были продягами. Нельзя их прогонять. Это неправильно. Мы пришли к соглашению. Этой семье можно остаться в землях Прейда до тех пор, пока они не совершат что-то против законы. Да, король Махата, так будет лучше всего. Я согласна. Да, все заслуживают шанс. Что ж, тогда совещание окончено. Идем спать. А кого? Постой. Можешь я с тобой поговорить? Конечно, что такое? Знаю тебе, и кошеле было тяжко с тех пор, как Китишо ушел, особенно для тебя. Как ты справляешься? Все хорошо, но я не понимаю, почему он нас покинул. Это так тяжело, веришь? Знаю. Я скачай по маме каждый день. Мне тяжело без нее. Это случилось так неожиданно. Он просто ушел, не попрощался, не объяснил, просто ушел. Знаешь, несмотря на это, ты славная молодая корова. Ты отлично работаешь, а моя дочь относится к тебе как к брату. Будь сильным. Уверен, ты с этим справишься. Спасибо, Махату. Спустя несколько недель семья бродяка освоилась. Хоть они и старались других хищников, они чтили законы земель Предда. Тем временем убийства продолжились. Их число росло. Ноги животные уходили. Напряжение между хищниками росло. Несмотря на это, Ро и малышка Бинти продолжились и частенько играли вместе. Ну же, Бинти, и это все? Ах так, я еще покажу тебе, принцесса. Эх, фу, Салка, ты водишь принцесса. Погоди минуточку минуточку, ладно? Окей. Привет, Ахади! поиграешь? Хочешь с нами? И э, что? Мы играем в салки, потому что в предках мне нет равных. В чем дело? Ты не умеешь играть? Не совсем. Я спрашивал папа, можно ли с вами? Урой и Бинти представили друг друга отцу Ахади Кази. Зная, что за ними присматривает, она разрешила сыну играть с девочками. И со временем... Так я просто бегаю, пока вы меня не поймаете. Да, а потом ты его, вот, да. А Хади стал раскрепощаться. Стал веселиться впервые в жизни. Их дружба крепчала совсем скоро. Они были неразлучны, из-за многочисленных убийств. За их приключениями всегда следили взрослые. Никто из взрослых не дал малышам узнать о преступлениях. Турица жила беззаботно, не зная о проблемах. Этот мир для них был идеален. Не бегайте далеко, малыши. Вот что будет сегодня играть. Эй, девочки, а что это за темное туманное место? Мама рассказывала мне о нем. Это слоновье кладбище. Слоны приходят туда, чтобы умереть. Там не светит солнце, а тем воздухом невозможно дышать. Там живут злые ходки существа, застрявшие во тьме. Мама сказала, что если кто-то сделает что-то очень-очень плохое, то король отправит в изгнание туда. Но, но это же ужасно. Что такого плохого нужно что чтобы изгнали туда? и ты. Я слыхала, что туда отправляют убийцы предателей. Что же что? Но зачем кому-то это делать в землях Плейда? Мы все здесь счастливы. Эх, вот ты тут и ошибаешься, львенка. Тут никто не счастлив. Нет. Животное напугано и сотнями тропает отсюда. Похоже, ты не в курсе, ведь ты принцесса и все такое. Что? что? Откуда ты знаешь, что я принцесса и кто ты вообще такая? Зови меня Кикаи. Я вроде целитель. Помогаю разобраться с Бородаком. До скорого, принцесса. Но, но, постой. Зачем кому-то кого-то выпивать? Я не понимаю. Вы, ребята, вы знали об этом? Хоть что-то? Я не знала, но... Вы же слышали, что моего Папы рядом нет. А если я с ним что-то стряслось? Что-то, о чем мама мне не расскажет? Ох, Бинти, это ужасно. Но как же ты узнаешь? Ты ведь можешь спросить у своей мамы, да? Нет, но я могу подслушать. Поначалу она собирает клан, когда думает, что я сплю. И, думая, нам всем стоит подслушать разговоры наших родителей. Кто знает, что они скрывают? согласна с тобой. А ходи, что скажешь? Да, думаю. Хорошо, тогда решено. Сегодня же и начнем. Будем все рассказывать, когда соберемся играть. Удачи, друзья. Махату, я слышала, что геновидные собаки ушли. Что мы будем делать со всеми этими убийствами? Не знаю, некоторые стада тоже скоро тоже уйдут. Но ведь они учились что-то на раз. Мы не знаем, чей конкретно этот запах. Только то, что это какой-то хищник. И этих знаний ничтожно мало. С этим не поспоришь. Лева. Из-за нас круг жизни пострадал. Геновидные собаки, суриката, а теперь целые стада помышляют о том, чтобы уйти. Если мы это не остановим, то мы потеряем земли Прайда. Все готовы к ночному докладу? Подадонте, что прерываю. У моего клана и есть вопросец. Если поймите, мне не изменяет, то я изгнала тебя со своей территории. Надеюсь, вопрос хороший, Зиада. Что ж, раз геновидные собаки ушли, их охотничьи владения пустует. Мы хотели узнать, может ли охотиться там, ведь там проходит граница с твоими владениями. Исходя из уважения к тебе. Это не мне решать, а королевам о хату. Ты это знаешь что не хуже меня, а теперь прочь с нашей земли, пока мы вас не заставили. Эл, ну же, крошка, чего ж ты так и заводишься? Мы лишь спросили из вежливости. Уверена, мы сможем поладить, если будем охотиться по колопок. Мы не будем охотиться бок о бок с тобой или твоим кланом, даже если придется голодать. Пометайся. Ох, ну что же. Мы будем тревожить Махату. У него и так забот хватает. Жаль. Было бы здорово надрать тебе хвост. Прямо на глазах у твоей дочетки. Если кто-то из вас увидит ее на нашей территории вновь, немедленно доложите мне. Я не позволю ведьме шарахаться возле бинти. На сегодня хватит и там матриарха упомянула, что животные покидать землю пройда. Мой папа сказал то же самое. Да что же творится-то? Мы должны выяснить. Эй, девочки, думаю, нам не стоит лезть. Пусть и взрослые разберутся. Ну а ходи, они нам ничего не расскажут, да и не дадут и нам хоть что-то предпринять. Мы должны это сделать. Нельзя это игнорировать. Неужели тебе наплевать и на наш дом? Никак нет, но ведь это, наверное, очень опасно. Мы можем пострадать или еще хуже. Всем будет лучше, если не будем соваться. Мы же даже не знаем, что именно происходит. Ой, да ладно, Ахади, с нами все будет хорошо. Мы просто хотим узнать, что происходит. Потом попытаемся с этим разобраться. И расскажем взрослым, ладно? Все будет хорошо. Ну же, ребята, за работу. Мам, пап, можно кое-что у вас спросить? Сама собой, Ахади, что такое милый? Мы же в безопасности, да? Конечно. Почему ты спрашиваешь, Ахади? Это из-за того, что я простудился? Не бойся, я скоро поправлюсь. Нет, это девочки, они считают, что тут происходит нечто плохое. И они хотят это остановить, но не пострадают, если попытаются. Я не хочу, чтобы они поранились. Я боюсь. Из-за этого я вспоминаю о Соне. Ох, малыш, не думай так. Ты и твои друзья здесь в безопасности. Мы взрослые не позволим ничему с вами случиться. Мама и я всегда будем тебя защищать, сынок. Тебе не стоит так переживать из-за этого теперь. Здесь мы в безопасности. В этих землях все хорошо. Позволь нам об этом беспокоиться, ладно? Малыш, ты же знаешь, что означает твое имя? Обещание. Ты наше сокровище, Ахади. Тебе больше нечего бояться, сынок. Мы обещаем. Видишь ли, Махата, ты слишком уж поверхностно смотришь на всю ситуацию. Ты же знаешь, что единственный способ поймать убийц – пристально наблюдать за владениями, да? Застать их врасплох? Конечно, знаю, Кикаи. Я же не дурак. Но нас слишком много сейчас навалилось. Помимо этих убийств, ежедневно из земель Прайда сотнями уходят уже звери. Хорош. А теперь послушай-ка меня. Тебе нужно Гварди, а особенно Гварди, чтобы защищать земли Прайда. Гварди? Да откуда же ей тут взяться? В нашем Прайде нет столько львов, чтобы ее создать. И соседних королевств, само собой, один лев с каждого королевства и образует отряд. А это должно сработать. Я отправляю всем весточку уже сегодня. Наверное, ты права. И вот еще что махату. Раны на трупах, такие укусы оставляют за собой только два хищника. Только лев или киена убивает в таком стиле. А кого отвлечен? Да, он болтает с нили нас времени. И это хорошо, ибо нам нужно сменить тактику. Уже несколько недель прошло, и результата нет. Может, нам стоит прокраситься ночью? Может, мы что-то заметим, пока взрослые спят? Девочки, нет! Это слишком опасно. Мы должны прекратить. Сейчас же. Ну же, Ахади, мы же это обсуждали. Все будет хорошо, и мы будем осторожны. Как насчет компромисса? Давайте последний раз устоим вылазку ночью. Если мы опять ничего не найдем, то прекратим. Как вам? Вполне справедливо, как по мне. А ты? Ну же, я же принцесса. Ни одно животное нас не тронет. Я не позволю этому случиться, ладно? Хорошо, я с вами. Ребята готовы? Что ж, где начнем искать? М -м -м -м, можно начать и водопой, а потом пойдем по течение. Водопой близко. Отличная идея, выйти. Надеюсь, в этот раз ты хорошо помазал под травами и кретин, чтобы никаких запахов не было. А ходи, поспеши, нам никак нельзя разделяться. Ура, что ты пытаешься найти? Мы же не знаем, что конкретно ищем. Зацепки, следы, хоть что-то. Не знаю. Мы поймем, когда найдем. Не сомневайся. Эй, народ, вы чуете? Погодите, остановитесь. Тише. Это принцесса и ее дружки. Они не должны нас заметить. Хотя, кто ее друзья? Хе-хе-хе львянок то семьи одиночек. Гиена из клана Кусини. Их из семьи наверняка спят. Это лишь дело времени, когда они решат вернуться. Пора послать весточку.